Гриша заглушает? Да. Очень резкий. Да, резкий. Да, да. Чуть надо его помягче сделать. Не, нужно просто потише сделать. Да, хорошо. Не слышала? Стихи Евгения Лесина, московского поэта. Который стоял на этой сцене. Да, однажды была похожая история на каком-то конвенте писателей-фантастов. Он тоже сначала читал, потом взялся петь и потом уснул прямо там. Ну да. Но он гениальный поэт, мне кажется. Так, ну... Он приедет под утро, поезд в 6:25, прибывает на маленький тесный вокзал, постоит на перроне, чтоб что-то понять, а потом не спеша мимо касс через зал ожидания тихо пойдет и в ларьке купит несколько тощих местных газет. Надо ж как-то устраиваться в городке, до которого брал наугад билет. Он мечтал об этом 90 зимних дней, вел с самим собой ненужный спор, сочиняя книгу, где он только рядом с ней, и она с ним рядом до сих пор. Перейдет через площадь размером с фонтан, сядет в утренний первый пустой трамвай, запихнет под сиденье ногой чемодан и поедет искать свой затерянный рай. Он найдет на окраине скромный отель, снимет крохотный номер за пару монет, станет пить по субботам фильтрованный эль и терзать по ночам интернет. Он мечтал об этом 90 зимних дней, вел с самим собой ненужный спор, сочиняя книгу, где он только рядом с ней, и она с ним рядом до сих пор. Будет поздно вставать и спускаться к столу, кофе пить, есть рожок, молча глядя в окно, и, уткнувшись в MacBook в тихом дальнем углу, загонять в него все, что созрело давно. Он начнет налегать на текилу и лед, проявлять к милой горничной интерес, и однажды с большим облегчением поймет, что романа не будет, как и чудес. В тот же день все сотрет, соберет чемодан и вернется домой на разбитый асфальт. А на чей-то вопрос написал свой роман, улыбнется и скажет: закрыл гештальт. Он мечтал об этом 90 зимних дней, вел с самим собой ненужный спор, сочиняя книгу, где он только рядом с ней, и она с ним рядом до сих пор, и она с ним рядом до сих пор, и она с ним рядом.